Вслед за сносом многоэтажных домов на улице Белорусская в Адлере продолжаются работы и в других районах Сочи. Сейчас на очереди демонтаж 54 самостроев. Так как застройщики самостоятельно не хотят сносить объекты, надеясь на то, что им удастся узаконить их в судах высшей инстанции, администрация города привлекает на конкурсной основе подрядчиков. Есть решение суда, они обязаны его исполнить. Они его не исполняют. Не исполняют, да, мы поштрафуем, но с другой стороны, они нам угробили вид города, они нам коммунальные проблемы создали. В целом, решения по сносу домов вынесены в отношении еще 536 незаконных застройщиков. За каждый просроченный день неисполнения суда о сносе им предстоит заплатить штраф в размере до 10 тысяч рублей. Сумма эта становится значительной, если владельцы объектов не приступили к демонтажу. Уже сейчас подано в суд 108 исковых заявлений. Сумма судебной неустойки просчитана еще 346 застройщикам. Отказываясь от самостоятельного сноса, им придется заплатить дважды. Штраф плюс средства, затраченные администрацией Сочи на демонтаж. Мы будем принимать меры. Повторяю еще раз. Это наша главная задача всех администраций. Это дело нашей чести. Я же сказал, что дело нашей чести. Сейчас все мобилизуем, каждый все свои возможности. И будем заниматься тем, что будем их сносить. Все незаконные объекты стоят как пустые коробки. Часть из них даже представляет угрозу, поскольку возведена на ползневых участках. Дома отключены от воды и света. Глава города обращается к приставам. Необходимо в течение полугода активно выполнить все решения судов. Более того, представители управления Федеральной службы по Краснодарскому краю пообещали в случае необходимости прислать своих специалистов для мобильной работы по пресечению на курорте самовольного строительства. Елена Овсецна, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.